Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Дед Отмороз, вот так вот Александр его зовут. У нас сегодня коллекционер. Самое странное, что у него уже ведьма есть. По сути, топовая плюшка. Ну, если не считать СВОшку, в принципе, для тыковки. Остальное нам надо выбить, то есть нам надо получить воодушку седьмую, аккаунт донатный. Как видите, доната немало, почти 2 миллиона. Играет уже больше года, перешел к нам с немецкого сервера, находится в гильдии он СССР. Босс 21.00, атака фортов 12.00, WhatsApp. Видите на экране, так, отметились. Передавал привет трахозаврам. Просил, не знаю, что там у них, какие отношения, показать гильдия Трахозавры, я их знаю, в принципе, атака фортов 20.00 от 200 силы 18+, плохие заявки не принимаю, по поводу вступления пишем в телегу Скакотик или Казино Рояль, вот так вот, кидайте заявочки, вступайте, а мы поехали смотреть аккаунт, аккаунт довольно-таки неплохой, если такой донат и завод, то у него, в принципе, должны быть в основном все герои. Но я вижу не всех. Так, рыцаря он, наверное, не качал. Да, суккуб. Ну, у него нету только тех, которые ему не надо. Вот так вот. Значит, поехали смотреть на его алтарь. Так, тут у нас все в порядке. Смотрим алтарь. Раз, два, три. Где там его алтарь? А, вот он. Так, что у него есть, чего у него нет? Стрелок. Старенький талантик. Афинка, отлично. Отлично. Бывашка сомнительно. Тыковка уже есть. Ну, по талантам, я думаю, с таким донатом здесь вопросов не будет. Интересное решение. Ремочный. Бывашка. А, еще есть один. Воодушка железная. С пактом что-то я, кстати, не вижу. Воронин отлично. Некросарина. Ну, тут полный набор. С огненкой очень много героев. А, вот Фрейка с девятым пактом уже есть. Асурик. Мохнатка. С бастом. Командора. СОшка. В принципе, да, неплохо, неплохо. Ну, вот аккаунт, у котором есть все, что надо для удобной, комфортной игры. Странно, что у него еще все не докачано. В принципе, наверное, проблема с просветами, да. Так, сейчас я часть пропустил. Так. Ну, отлично. Все для комфортной игры, впрочем. Так. Все, в принципе, есть. Черепа ниндзиками забит. Так, даже рогатка. Все, что надо, есть. Даже гарнизон есть. Так, окей. Посмотрели, поехали. Нам надо собрать слизней. Наша задача собрать слизней. И сразу же нам падает призрачный всадник. Посмотрим, какой будет у нас рандомчик на донатном аккаунте. Так, друид. Фея. Дракула, Дракас. Это все, конечно, круто. Триант. Но где слизни? Атлант. Мне нравится, как они падают. Кому-то падают за 30, кому-то за 50, а даже не падает 10 штук. Так, плюс 2 есть. Ну, честно скажу, так себе что-то и падает. Ему, в принципе, ему и повторки нужны. Так, одержимый. Так, что-то мы разогнались. Ну, 9 уже наловили. Хоть гиганта с холма словили, поехали. Поразвлекаемся немножко в рейдах. Что-то реально падает. Нехти. Вот так вот сразу же хлопнули. А, там Минотавр стоит. Я думаю, что за фигня.
бум. Интересно, ну-ка, какой там Минотавр? Я-то так посмотрел, он с пактом. А, восьмая, ну, все правильно. Да уж. Вот так вот. Поехали рулить дальше. Надеюсь, нам что-то интересное упадет. Сразу же капитан Рогатка. Ну, повторка, как и просил. Еще ара. Надо, короче, ребят, побольше в рейде бегать Минотавром. Смотрите, как сразу студеные посыпались. 13-15, нифига себе. Да ладно. Поехали обратно в рейд. Так. Ну, тут хватает порочный пакт восьмерку сделать. Если девятку сделать, то только цели. Количество целей будет, ограничение у Минотавра, все остальное, все пофиг. Так. Ну. Просто бешено. Почему так не падает на бездонатных аккаунтах? Почему? Почему именно Фрея падает на донатных аккаунтах, падают там хорошие топовые герои, блин, слизни собираются очень быстро. Загадка. Так, шаман. Бог грома. Просто бешено. Я буду ржать, если сейчас это мы будем на 20к выбивать. Так, вражеская Фрея, Минотавр ударил, отлично. Ух, поехали. Шаман, Леди Лео. Ну, опять шаман, Фрэнки. Королева Гарпий, Варлок. Все, что мы имеем, ребят? Имеем непонятную. А, он тут уже нормально, кстати, понаролил. Не, в принципе, нет. Собрать. 5000 он поролил по ходу. Мы потратили. У нас было что, 55? Да, мы где-то 35 потратили. Получается. 34 даже он 5000 поролил. Вот 40к. И мы собрали. Неплохо, я вам скажу, мы собрали. Да, и неплохие герои. Фрея упала. Собрали всех слизней. Он даже ведьму выбил. Ну, конечно, вот медуза падает. Я еще сегодня медузы не видел. А так, в принципе, вообще четенько получилось. Воодушка. Воодушка получилась вообще за 40к практически. Ну, давайте еще. До 20-ки. Еще один студеный. И профессор Рибет. Ну, что я могу сказать? Огонь. Так. Смотрите, сколько. Донат. Да, он скупал изворотливость. Видно, рынок скупал. Недавно. Не понял. Вот оно что. Он, конечно, у него ресурсы есть, а не хватает орденов, получается. Где там у него древние? Весело. Смотрите ли. Улучшить. Странно, что не улучшает. Он вообще их не качает. А, он выборочно качает. Не, да, он как раз дошел до того момента, когда нужны ордена. 20 уровень на такой силе. Странно, я бы наоборот бы гнал бы силу вверх, ну не знаю. Вот так вот, ребят, вот такой вот, в принципе, неплохой роллинг, да, донатный аккаунт, дофига доната, но
получили, в принципе, то, чего хотели, опять же, за фигню. Вот это радует. Но не радует то, что это не бездонатные аккаунты. На бездонатах почему-то так не падает. Все, пишите комменты, что вы думаете. Подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.